И я богат. Да. Thank you.
Наконец-то я нашел доказательство того, что в этом поселке действительно свирепствует болезнь каннибалов. Один человек на самом деле загрыз нескольких людей до смерти. Он был похож на животное, когда ел свою жертву. Это было отвратительно. Сейчас уже многие заражены этой болезнью. Однако мне неизвестно, с чем это связано. Уже прошло несколько дней. Поселок полностью занят живыми мертвецами. Надежды на то, что кто-то остался в живых, минимальны. Отправлены истребители для зачистки методом тотальной бомбардировки. Вот это телевизор. Что же здесь произошло? Я всего лишь приехал к бабушке в гости, а здесь такое. Что же делать? Господи, они уже здесь. Придумал. Там лежит бензопила неподалеку. Она не убьет их, но поможет остановить их на какое-то время. Да. Да. Так, кому бы теперь это продать?
Нет, меня просто так не получите. Гребаные зомби. Нежить сраная. Что творится?